Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня хочу поговорить с вами о таком проекте, точнее о такой платформе, которая в последние дни стала очень популярна в Рунете, которая называется InfiniAI. Естественно, я не мог остаться в стороне, а если быть более точным, за ее предшественником, за DS Domination, слежу уже давно, года полтора. В одном из роликов я об этом говорил. Итак, для того, чтобы понять, что такое InfiniAI, надо вернуться к истокам, то есть к этому самому DS Domination. Вот если в поисковике наберете вот эти слова copy paste marketing eBay, вам выдаст кучу видео, которые вот 8 декабря 2013 года, там 2014 года, которые сняты именно об этой платформе DS Domination. И вот для примера, вот этот вот первый ролик, вот он. Я его смотрел давно, постарался во все это вникнуть, постарался через своих родственников в Америке заняться этим бизнесом, но по разным причинам не получилось это. Итак, вот видите, 8 декабря 2013 года. Рассказывается об этой платформе. Вот здесь активная ссылка на другой ролик, вот DS Domination. И здесь подробно он рассказывает, как все это проделывается, как эта система работает, как работает эта платформа. В еще одном ролике, вот он, вот прямо я так буду переключать вперед-назад. Вот смотрите, показывает. Вот на eBay стоит столько-то. Вот эта посуда, набор посуды 37 с чем-то. А на Амазоне там другая цена. Сейчас. Вот это у нас eBay. Сейчас у меня как-то... Вот. А вот здесь на Амазоне это... Эти же самые тарелки, где они? Стоят дешевле. То есть здесь это не, это само по себе не новость. Это давно этим занимаются люди. Тот же самый пример на другом продукте приводит. Вот эта вот женщина, допустим, она скопировала, ставила туда, вот это про продукты объясняется. Ну, это ролик 2014 года. Ну, если кому интересно, просто могут, вот еще раз скажу, набрать вот эти вот слова в поисковике и посмотреть эти ролики. Там просто даже чисто механически, если вы посмотрите, что они делают, вам многое станет понятно. Ну, в двух словах... То, о чем во всех роликах говорится, но я просто повторюсь, что вы берете товар, допустим, с Амазона и продаете его дороже на eBay. Когда я первый раз об этом услышал, ну, естественно, как и любой советский человек, скажем так, ну, не поверил, как такое может быть, что дешевый товар продавался дороже. Но решил все это проверить. Решил все это проверить. Итак, вот я тут подготовил первый в своей жизни такой вот презентация, да, это называется. И вот посмотрим эволюцию DS Domination в InfiniAI и попробуем понять, что это. Вот на этом слайде я так изобразил высокохудожественно. Вот это мы. Что нам предлагалось? Нам предлагалось купить вот эту платформу DS Domination, зарегистрироваться на
этих двух торговых площадках, eBay и Amazon, и используя эту платформу, перепродавать с eBay на Amazon и наоборот с Amazon на eBay. Это у нас DS Domination был как инструмент, который помогал отслеживать, перепускать все эти платежи через себя, да, вы понимаете, да, как это, допустим, это же товар не ваш, это товар с Амазона, и вы тут разместили, там даже есть варианты на том же, допустим, на той же площадке взять, скопировать товар и выставить уже по своей цене. И когда появляется клиент, вы просто перенаправляете через эту платформу заказ реальному продавцу, и с этого имеете комиссию. Вот таким образом это работало. Когда я тут там узнал поподробнее, как это все работает, я связался со своими родственниками в Америке. Они тоже уехали из Советского Союза, скажем так. Тогда у них вот именно и сейчас, слава богу, есть трое детей, но они были маленькие, теперь они подросли, вот это я так нарисовал, да, и, так сказать, живут взрослые по своим представлениям о торговле, о том, как вести хозяйство, а вот ихние дети по своим представлениям. И я их спрашиваю, вот, ну, Петя зовут, да, говорю: вот как вы торгуете? Он говорит: как? Неделю отработал, субботу, воскресенье. Там съездили в супермаркет, там понакупили себе то, все, пятое, десятое, целый багажник привезли домой. Детей спрашиваю, ну, дети, они там, дети по, уже им было в это время и по 25, там, по 30, ну, младший у них сын. А вы там покупаете что-то себе или как? Что? Да, где? На Амазоне. У них Амазон, он и тогда, и сейчас, это на первом месте. Спрашиваю, как так? Ну, почему вы в магазины не ходите? Они ходят. Вот старшее поколение, для них магазин. Все. Магазин, супермаркет, там моллы всякие. А эти через интернет. Ну, там пацан объясняет, допустим, я увидел рекламу чего-то, мне понравилось, что я буду по магазинам бегать, знаю, что на Амазоне все есть. Взял, вбил название, увидел, заказал, мне привезли домой. Вот так они живут, вот, молодое поколение. А это поколение нет, им надо пойти, все своими глазами увидеть, пощупать и все это купить. Дальше вот много у меня именно об этих механизмах был разговор со средней ихней дочерью, и она мне объясняет, говорит: вот я в 6:30 там встаю утра, она в банке работает, пока, ну, девушка там, приведу себя в порядок, то все, мне в 9 надо на работе быть, до 6 часов отработала, пока приехала домой, там уже 7:30 где-то, вот так. Ну и говорит, с детьми сижу там, занимаюсь, ну, в семье. Говорит, например, дочка мне что-то попросила, там, игрушки там или что-нибудь такое. Что я ей скажу, ты подожди, там, до воскресенья, до субботы, и мы съездим в магазин, купим. Ну, нету, у нее физически времени нету там что-то купить своему ребенку. Я, говорит, планшет или компьютер там в руки, знаю, что на Амазоне и eBay есть, вместе с дочерью, говорит, выбираем, смотрим, вот хочешь это, хочешь то, хочешь это, раз, заказала, все, может, говорит, даже я не дома, а мне ее, то, что она хочет, привезли, что мне, смысла нету, говорит, там, у меня уикенд, там, отдыхать пару дней домой, что я буду по магазинам бегать, мне лучше с семьей это провести или где-то на природу выехать, вот. И именно нам надо понять, вот нам, живущим на бывшей территории СССР, что Запад покупает именно вот так. Не вон так, как вот эти. Ну и мы
они отходят на второй план. Деньги зарабатывают вот эти сейчас в основном и торгуют вот так. Поэтому эти платформы и существуют. Поэтому и на этих платформах такие обороты, которые мы не представляем. Ну и опять возвращаясь к разнице между DS Domination, которая, ну, в принципе, для нас вот там разные нюансы есть, которые, во-первых, там надо было быть резидентом или США, Канады или Великобритании. Там свои личные данные и все такое, там надо было, чтобы это все было четко. Но для меня, еще раз повторюсь, этот вопрос решался. Я мог бы аккаунт зарегистрировать под одного из своих родственников и работать. Но еще были там некоторые вопросы. Короче, у меня так не получилось. И теперь у нас есть Infinii. Infinii, в чем его принципиальное отличие от DS Domination? Здесь все просто. Мы, вот это мы, сделали заказ. Если видно, у девушки там в руках блокнотик так называемый. Сделали заказ на платформе Infinii, которая предоставляет нам именно список товаров, которые продаются. Все эти маркетинговые исследования, какой товар где сколько стоит, где его дешевле брать. Вот это все при вот этом DS Domination нам надо было проделывать самим. Подыскивать товар, где дешевле, где дороже, и все это делать. На этой платформе, используя Springboard, так называемый, мы делаем очень просто. Из списка товаров выбираем несколько, которые в случае чего даже можно вернуть, и передаем функцию перепродажи, назовем это менеджерскому центру. Нам не интересно, кто они, что они, роботы, живые люди или что у них у всех там, вот у этого центра зарегистрированы уже готовые аккаунты на всяких торговых площадках, и они сами уже решают, где что продать, чтобы мы получали прибыль, чтобы мы свою прибыль получили. И, естественно, здесь им отчисляется процент вполне приемлемый. Небольшой, но процент. Вот именно этому центру будем считать, что это живые люди, живые менеджеры, которые за место нас проделывают эту работу, и мы им платим. Вот так можно представить. Потому что есть вещи, как сказать, я пока еще там не зарегистрирован, и, возможно, после регистрации, там, подписав договор о неразглашении и так далее, может, там есть такие вещи, о которых я уже не смогу говорить, да, подписав этот договор. Поэтому, вот как я понимаю, так сейчас и вам рассказываю. И уверен, что это процентов на 80-85, именно так, как я сейчас в этом ролике показываю, потому что из разных каналов информации она вот такая. И еще что надо знать о именно перед тем, как регистрироваться в этом проекте. В самом начале, вот когда Infinii зашел на наш рынок, на рынок СНГ, там прямо в начале была и на презентациях, вот если посмотреть ролики есть, там за 2 с лишним года оборот составил 2 с небольшим миллиарда долларов, из которых около 400 миллионов выплачено нашим пользователям платформы. То есть, если вот так вот посчитать, это около 20% от оборота. Теперь мы, заходя в этот проект, платим 50 на
статусе beginner, ну, на начальном, на самом низком статусе, и $10 платим за право им приглашать партнеров в проект. То есть $50-60. Это ежемесячная плата. Плюс к этому нам надо хотя бы отбить эти $50. Для того, чтобы отбить $50, нам надо сделать оборот, ну, приблизительно по теперешним процентам. Вот я сейчас еще один скриншот покажу вам. Вот это с кабинета. Здесь затемнены вот фотографии тех, картинки именно самого товара. Вот это запрещено показывать, поэтому вот ролик, который снят, он снят в таком вот виде. Но по вот этим цифрам, которые мы видим, по этим числам, видно, что нам надо приблизительно вступившему туда в проект участнику, который заплатил $50 хотя бы, допустим, он пока не хочет приглашать, эти 10 не платит, ему надо еще хотя бы порядка $150-200 сделать оборот. То есть вам необходимо иметь около $250 в сумме, чтобы хотя бы быть на нуле, чтобы в следующий месяц вы могли участвовать и в следующий, пока не научитесь всем этим хорошо и правильно пользоваться. Вот здесь вот видно, да, вот это сколько вы, ваша прибыль. Вот это вот, вот эта вот цифра, $73, это ваша прибыль за вычетом комиссии торговой площадки и так называемого, ну, процента менеджеров вот того центра, о котором мы говорили. Предположительно, у вас $73 прибыли на $8 траты. Это где-то составляет около, даже не, ну, 20%, да, скажем так, где-то, если это было бы $2, да, это было бы 25, если было $2, ну, около $20 прибыльность от вложений. Здесь около 30%, вот 12, и доход 4 округленно, это 30%. Здесь он побольше, здесь он больше 50, около 60% доходность. То есть товары разные, но в среднем, если считать, доход будет, ну, вы не сможете вот покупать только самый доходный товар. Его, во-первых, не так уж много. Вот, допустим, этого всего 6 штук было, и все продак. То есть в среднем где-то 30% от оборота будете зарабатывать. Вот и считайте, что сколько вам надо будет прокрутить денег, чтобы хотя бы те $50, которые ежемесячный взнос, хотя бы его вернуть. Товар, в принципе, есть, и деньги вернуть тоже можно. Но надо определенную сумму вложить в покупку всевозможных товаров. Понятно, да, я объяснил. То есть где-то 200, ну, 250, если брать с запасом, у вас должно быть чисто на торговлю хотя бы, чтобы не оказаться в большом минусе на этом проекте. Ну, не в большом, хотя бы вообще в минусе, чтобы не оказаться. Но это надо знать. А то вот смотришь ролики наших прославленных рифоводов. В одном из роликов вообще дошло до абсурда, что прямо прямым текстом говорят, вот как тут торгуют или что, вот пригласители. Нам не интересно. Нам интересно побольше людей сюда пригласить. Прямым текстом. Они купили минимальный пакет и работают чисто на приглашение. Вот остальные будут работать, и мы с них будем иметь деньги. Есть и такие вот пригласители. Вот, пожалуй, и на этом закончу. Основная мысль, которую хотелось бы всем вам сообщить, что проект
действительно стоящий, это никакой не там хайп, никакой не кликовый сайт, на котором кликаешь, работаешь, работаешь, и ничего в этом в итоге не получаешь. С этого всего можно иметь очень хорошую прибыль, очень хороший заработок, но это серьезная, ответственная работа, которая будет требовать и обучения. Надо будет учиться, на как тут зарабатывать. Этот springboard, так называемый, вот который, когда мы передаем свои полномочия в этот менеджерский центр, он дает, ну, как сказать, минимальную доходность. Минимальную доходность. Самое доходное это на высшем уровне. Вот вы, конечно, смотрели эти ролики, там $400 стоит месячное участие. Но когда овладеете всеми этими инструментами, там дропшиппинг называется, там вообще прибыль, ну, зашкаливает. Там можно $1 товар продать за 10. Проценты там бешеные. Но все это надо усвоить. И потраченное время и деньги на этого не жалко. Действительно не жалко. Просто мне очень не хочется, чтобы этот вот очень хороший проект стараниями определенной части рифоводов, MLM-щиков, построителей вот этих структур, пирамид, чтобы этот проект заглох и о нем было плохое мнение. Это очень-очень выгодное дело. И на этом, пожалуй, все. Всем удачи, всем пока. Это нам не надо. С вами был Феликс. Любые вопросы можете задавать и писать в комментариях. Отвечу на все ваши вопросы. До свидания.